Друзья, всем привет! Мы с Наташей опять в нашей машине, в нашем Мерседесе. Узнаете наш салон, да? Как вы помните, мы поездили на Тесле, нам очень понравилось. И надо сказать, что после электрической машины, какая бы прекрасная машина Мерседес бы ни была, уже как-то назад не очень, да? Угу. Вот. Но сегодня немножко о другом. Каждый Новый год все время появляется какая-то идея, что надо что-то подарить. То, что я буду говорить, для Наташи абсолютно полный сюрприз. Да, да, понятия... Я даже не сказал ничего, о чем речь идет. Да, она понятия не имеет, о чем мы говорим сегодня. Это просто как идея. Я тоже, честно говоря, понятия не имею. Будем, так сказать, по ходу дела. Короче говоря, идея каждый Новый год. Надо какие-то подарки дарить. Да, и обычно, ну что там, жене дарят или любимой женщине там, духи какие-нибудь, да? Мужчинам... В зависимости от кошелька. Ну, тоже правильно, да. Мужчинам обычно какие-нибудь там трусы, носки, галстук, там, думаю, что-то такое, какой-то банальный набор, да? Это, знаешь, я сидел и думал, вот надо что-то отчудить в этот Новый год, ну, что-то немножко более оригинальное придумать. Короче говоря, мне на глаза попался вот этот вот, наверное, вы тоже все видели, Наташа, ты, наверное, видела, когда делают вот этот вот DNA-тест, да? Сейчас он, по-моему, там на селе, на распродаже, немножко дешевле. Я подумал, думаю, может быть, нам есть смысл, если ты не возражаешь, что, может быть, я куплю и себе, и тебе, и заодно посмотрим, кто из нас каких кровей. Ну и вот, соответственно, где к тебе вопрос. Ты вообще считаешь, вот это интересно узнать? Хотела бы ты? Ну, ты видел, да, там они показывают ну, такие да, поколение, чарты, где там, да. Что ты там наполовину с Африки, там черные. Ну, нет, мне это не интересно. Я знаю, что... Турции, или еще что-то такое. Но я знаю, что мои корни исконно русские, и там, так как в России монголы были там много-много лет, я думаю, что у меня монгольская кровь, потому что у нас у всех щеки такие. Не, ну вот как раз, наверное, интересно посмотреть, наверное. Не знаю, если тебе интересно, мне не очень. А я бы посмотрел бы, наверное. Мне кажется, это любопытно. Окей. Ну, не знаю. Но мне было интересно другое спросить. Вот, допустим, скажем, ну, мы русские, да, воевали там с Германией. Мы там, наверное, как-то недолюбливаем немцев. И вдруг выяснится, что по этому ДНК ты, вот там, я не знаю, немка. Наполовину или на 60%. Это изменит твое отношение к немцам? Ты начнешь их любить больше, интересоваться национальностью, культурой? Сереж, да, я думаю, что ты уже как-то немножко прошлым мыслишь, на самом деле. По-моему, уже никто недолюбливает немцев. Мне кажется, мы все уже очень любим их. Нет, ну да, мы ездим на Мерседес, это понятно. Ну, это нацисты были, это совсем другое все. Я просто тебе привел пример. Допустим, ты не любишь, я не знаю, ну, парагвайцев ты ненавидишь. И вдруг выяснилось, что ты на 50% парагвайка. Что для тебя изменится в этом смысле? Ничего не изменится. Я как была русская, так и останусь, наверное. Но я думаю, что... Ну, на самом деле, у меня нет таких наций, которые я не люблю. Кого я не люблю? Ну, я всех люблю, по большому счету, да? Ну, вот. Ты Но понимаешь, если да, есть что нации, меня... которые всегда как-то... Как в одной комедии говорится, мне нравятся все национальности, но одни больше других. Если на Олимпийских играх российская сборная не будет выступать, а будет выступать сборная, например, Англии, в которой у меня 50% крови, ну, понятно, я тогда хотя бы их поддержу. Вот это я и хотел понять. Вот что-то изменится для тебя, что ты вот выяснил, что ты там, ну, я не знаю, условно говоря, ты вот раз против немцев, не будем трогать немцев. Вот выяснил, что ты турчанка там какая-нибудь. Вот проявится у тебя, вот сейчас ни ты, ни я не проявляем никакого интереса к туркам. Ну, какие-то есть Турции, да, и какие-то турки в ней живут. Изменится для тебя, если что-то вдруг выяснится, что, оказывается, у тебя кровь течет турецкая? Нет? Я думаю, что нет. Но если у меня монгольская кровь течет какая-то, я этому не удивлюсь. Но от этого я не хочу поехать в Монголию. Ну, трудно сказать. Вот как раз это, наверное, было бы интересно узнать. Но если ты не хочешь, то я покупать не буду. Ну да. А дорого это стоит? Значит, сейчас я тебе скажу. Обычная цена $130. Сейчас на сейле 99 канадских уже с учетом налога. Налог уже включен. То есть тебе дают довольно глубокие раскопки там на несколько веков назад. Это не то, что там при... Слушай, ну если у тебя обнаружится половина еврейской крови, может быть, у тебя бизнес будет? Ну, мы не зря ездили в Израиль, понимаешь? То есть он зов крови, так сказать, понимаешь? Это все везет, ведет. Поэтому я и говорю, что, наверное, это было бы интересно узнать.
Ну, мне вот для себя тоже, например, не очень понятно, что для меня изменится. Ну, вот, во-первых, мы как бы... Я понимаю людей, которые там родились, скажем, в Канаде, да, то есть здесь вот национальности так перемешаны, да, что выяснится, что у тебя там половина алжирской крови, там половина какой-то албанской, я не знаю, кого там еще, да, еврейской, вот. А у нас-то вроде был запечатанный Советский Союз, да, и как бы ни входу, ни выходу мы у все меня были... У меня ничего не перемешано. Ну вот как раз надо проверить. Вот, кстати говоря, давай мы купим, наверное, если тебе не жалко. Ну, тебе не жалко, это мои деньги. Ну, вот. Окей, если сделаешь подарок, если я надумаю, мы потом проверим. Кстати говоря, и вам заодно покажем, какие края крови Наталья. Выяснится, что она из Южной Африки, скорее всего. Ну, нет. Кстати говоря, когда мы учились в институте Сережи, у нас африканцы учились тоже, да, в советское время их посылали. Ну, и дети рождались. И дети... Соответственно, от африканцев. Ну да, но там они черненькие все-таки, поэтому у нас другой цвет. Ну окей, побоищу, что ты, какие планы, ну, думаешь вот, на Новый год? Ну вот, не знаю, я пока вот тебе предлагаю, ты сопротивляешься, так что, наверное, я подумаю, надо покупать или не надо. Ну, для себя, честно говоря, я тоже, в общем-то, задумался, думаю, ну хорошо, вот выяснилось, что я там наполовину албанец. Ну и что? Все равно албанской культуры я не знаю, ни языка я тоже не знаю ничего, поэтому, ну как бы да, что-то изменит. Сереж, а мне кажется, это все какая-то коммерция. Вот как можно по ДНК определить твою национальность? Вот, или откуда ты? Ты знаешь, я зашел, посмотрел... Нет, я посмотрел там вот этот Ancestry.com, DNA.com или что-то в этом духе. Ну, такая довольно серьезная организация, и у них там какие-то массы-массы... Причем они там могут даже определить степень родства с какими-то... людьми, может быть, даже знаменитыми. Ну, если так выяснится. Да, выяснится, что ты там внучка какого-нибудь царя Николая, там, понимаешь? Это тогда другое такое... дело, тогда, наверное, ну, тогда стоит, ну, так вот ходить, да? Да. Ну, вот такая вот идея. Так что, ребята, напишите под комментариями, я имею в виду под видео, в комментариях, что вы думаете на этот счет, интересно ли было бы вам узнать, каких вы крови, ну да, или каких... может быть, кто это делал уже, просто поделитесь своими впечатлениями. Или вы тоже считаете, что это чепуха какая-то, и это, как по-английски говорится, bullshit. Но, в принципе, наверное, интересно. То есть мне было бы любопытно узнать ваше мнение, насколько было бы важно вам узнать происхождение своих крови. Потому что там я видел картинку, они делают отпечаток такой, и там буквально карта мира. И где помечено, допустим, 33% у тебя там Южная Африка, у меня Албания там и так далее. То есть и они тебе это показывают. В общем, короче говоря, нам будет интересно с Наташей прочитать, что вы думаете на эту тему. Во-первых, я понял, Наталья не очень хочет делать, но вот как раз вы нам и напишите, у нас есть еще неделя, наверное, до Нового года заказать. Напишите, советуете вы нам сделать это или нет, я берусь оплатить, если вот посмотрим, сколько людей насоветуют. Может быть, исходя из этого что-то я сам склонюсь к этой идее. Ну, вообще, пока я бы, наверное, попробовал, просто для интереса один раз посмотреть. Почему нет? Вот, в этот раз мы хотим разыграть для вас очки. Я подержу, да? И да, даже, ты открой, покажи, даже, ты можешь даже одеть их. Даже, даже можно одеть, окей. Можно вот даже покажу. Да. Вот такие, ух. Да, все, что от вас требуется, это подписываться, это комментировать, это участвовать. Да, вот здесь сбоку написано Наташа Канада. Это, опять же, для олимпийской сборной. Мы не хотим никого там обидеть, ваши чувства по отношению к сборной к России. Мы никак этой темы не касаемся. Но, тем не менее, это вот достаточно качественная продукция, которая делается для олимпийской сборной Канады. То есть у вас есть шанс поучаствовать и выиграть. Подписывайтесь, как я сказал, всего самого замечательного. До следующего раза и пока. До свидания. Пока.
тебя.